Участок дороги на проспекте Небесной Сотни, соединяющий жилмассив Радужный со спальным районом Таирова, считается одним из самых опасных участков дороги в городе. Именно здесь неоднократно происходили ДТП со смертельным исходом. В конце концов, после многочисленных жалоб одесситов, городским властям пришлось установить светофор. Вот только включить его за 2 месяца так никто и не удосужился. Движение по проспекту Небесной Сотни больше похоже на движение по автобану. Машины мчатся с огромной скоростью, и перейти дорогу составляет определенную трудность пешеходу. После постройки жилмассива Радужный количество людей, переходящих дорогу с одной стороны на другую, значительно выросло. А вот мест, где пересечь улицу без риска для жизни, к сожалению, практически нету. Поток машин с утра до вечера большой, и даже на пешеходном переходе водители редко сбавляют скорость. На этом месте часто случались ДТП с летальным исходом. Количество пострадавших измеряется десятками. Жители района неоднократно писали письма в горсовет с просьбой установить светофор. В конце концов, светофор был установлен, но включить его почему-то забыли. Вот уже 2 месяца, как он мигает желтым цветом, а жители продолжают с опаской пересекать дорогу. Удобно пересекать дорогу? Неудобно. С коляской очень неудобно. Конечно. Сама как авто... А как водитель говорю, что это очень неудобно. Желательно, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения и пропускали людей на пешеходах. Светофоры, само собой, должны всегда работать. Это на моих глазах было, как погибла девушка. 40 никто не придерживается. Вообще просто проезжают, как будто бы даже желтый свет им не помогает. Всем все равно. Ну а нужен ли светофор? Ну конечно, тут не всегда останавливаются на пешеходе, особенно тут жилые дома и очень много детей, школа, и не останавливаются очень редко. Видят 2 человека, они могут пролететь, не особо заметить. То есть светофор тут должен работать. Я не знаю, зачем его вешали, если он не работает. Хотелось бы, чтобы он работал, потому что тут масса ДТП происходит, вот именно на этом участке дороги. И я сам автомобилист, тут очень опасно. Нет, конечно. Кошмар. Ужас и кошмар. Дождутся, пока еще кого-то здесь собьют, а тогда уже, наверное, заработает. А мы обращались их в приемную к мэру на горячую линию и звонили в ГАИ. Депутаты бурно пообещали все сделать 1 апреля. Нет, 1 марта. 1 апреля. Не знаю. Он тут помигал желтеньким и все. Ваше мнение, как одесситов, удобно переходить дорогу, неудобно? Конечно, неудобно. Отвратительно и непорядок. Сколько еще месяцев понадобится городским чиновникам, чтобы подключить этот несчастный светофор и добиться порядка хотя бы на этом перекрестке, неизвестно. Хотя порядок и мэрия слова несовместимые. Но пока одесситам ничего не остается, как надеяться на сознательность водителей и скрещивать пальцы в очередной раз, переходя этот маленький автобан в самом сердце Таировского района. И неужели для того, чтобы светофор заработал, жители должны снова перекрывать дорогу? Денис Шацилов, Вячеслав Попелюк, телеканал «Круг».